Так, ребята, сейчас я попробую первый раз завести ручным запуском этого тяжелого дизельного мотоблока Тата. Ни разу не заводил, постоянно с дня покупки я заводил его стартером, с аккумулятором, потому что вручную не мог завести. Вот, друзья. Теперь он поездил у меня чуть-чуть. Теперь попробую завести руками. До этого у меня стояло три ремня на шкивах. Один я снял, осталось два. Все, натянул как положено по инструкции. Газ я полный не добавлял. Чуть больше среднего. Ну, пробуем, ребят. Так, нейтральный, проверили скорость. Пробуем. Ну все, вот как видите, завелся. Все нормально. Довольно-таки легко. Все, вот что хотел вам показать. Сцепление я настроил, все сейчас нормально. Вот. Сейчас проверим, посмотрим. Сейчас посмотрим, как сцепление я настроил. Включаем сцепление. Включаем все. Отлично! Отлично! Все, даже не шевелится! Все, друзья, всем пока! Если не хватает денег на трактор хороший, покупайте хороший мотоблок. Будете счастливы и довольны. К сожалению, трактора сейчас дорого стоят. А и нужен ли он вообще, если дома у тебя немного земли как-то. Ну вот. На что хватило, то купили.